Медитация четвертой чакры анахаты. Чакра анахата связана с работой сердца, а значит и любовными переживаниями тоже. После активации центра можно рассчитывать на правильную циркуляцию сил безусловной любви. Но если имеются блоки, их нужно вовремя устранять. Анахата ответственна за работу сердца и кровообращения. Она способна подпитывать вилочковую железу, легкие, лимфатическую систему, сосуды, верхнюю половину спины. Итак, мы будем делать несколько практик активации чакры. Необходимо прикладывать здесь максимум усилий и не забывать о важности любви к себе и другим. Мы наполним анахату жизненной энергией. Для данной медитации желательно использовать свечи, ароматические лампы, все, что может вам нравиться. Предлагаю зажечь свечу и занять удобную любую позу. Но при этом следует положить руки на грудь, прикрывая правой ладонью левую. Глаза нужно закрыть и сосредоточиться на своей чакре. Вы приняли удобную позу и положили руки на грудь. Правая ладонь прикрывает левую. Сейчас вообразите, что в сердце рождается поток света, который дарит уют и тепло. Радость наполняет душу, а губы расходятся в улыбке. Свет солнца постепенно выходит из области груди и проникает во все уголки тела, неся при этом целительную силу. Свечение заполняет каждый орган и все клетки, даруя бодрость и здоровую энергию абсолютной любви. Теперь уже и тело начинает излучать энергию, которая меняет вас, вашу ауру, место жительства вашего, а теперь и всю планету. Укутайте мир своей любовью и ощутите, что он отвечает вам тем же.
Убирайте руки от груди. Сохраняйте прямоту спины и спокойствие своего дыхания. Сейчас сосредоточьте внутренний взгляд на области третьего глаза. Глубоко вдохните и выдохните. Отсеките лишние мысли. Вообразите, что из ваших ступней начинают появляться корни, которые тянутся к земле и забирают весь негатив из тела. В ответ из глубин поднимается жизненная энергия в виде красной лавы. Она собирается у копчика, а затем, кружась, поднимается прямо к сердцу. С небес в этот момент спускается поток фиолетового света, проходящий через макушку, третий глаз и горло. Этот луч оказывается в анахате и соединяется с энергией Земли. Такое столкновение порождает в сердце прекрасный цветок, который медленно распускается. Ощутите теплоту в своей груди и спокойствие в душе. Побудьте в этом состоянии, улыбайтесь. Thank you.
Сейчас мы будем устанавливать необходимую защиту для чакры. Анахата легко впитывает негатив, поэтому нужно создавать незримый барьер из радости и мира, чтобы сердце сохраняло свою невинность и чистоту. Вы сидите в удобной позе, с прямой спиной. Глубоко вдохните и выдохните. В верхней половине груди вообразите зеленый полумесяц. Пусть расслабится челюсть, глаза и язык. Постарайтесь визуально увеличить изумрудную фигуру от плеча до плеча и сделайте ее ярче. Фигура – это полумесяц. Барьер от проблем готов. Нужно просто усилить его с помощью своей радости и любви. Теперь нужно представить себя на фоне прекрасной природы. Визуализируйте картину, наслаждайтесь своими ощущениями. При этом прислушайтесь к своему сердцу, которое может быть золотистым или розовым. Оно начнет расти за счет вашей доброжелательной энергии. Сейчас мы активируем чакру и наполним ее. Сосредоточьтесь на области анахаты и сделайте пару прогибов грудью назад и вперед. Потом перейдите к наблюдению за своим сердцем. Погрузитесь в звук. Ощутите грудное пространство. Затем визуализируйте чакру и ее изумрудный символ.
Ее символ – лотос, у которого 12 лепестков, а в центре – звезда с 6 лучами. Защищает чакру стихия воздуха. Так вот, после визуализации этого символа, пусть образ анахаты проявится в груди и принесет блаженство. Сейчас мы разблокируем анахату. Для начала стоит представить свое тело прозрачным и вытащить из него темную массу своими светящимися руками. Этот сгусток необходимо растянуть, чтобы он наполнил грязную кинопленку. Это может быть любая обида, эмоция, проблемная. Вытаскивайте всю темную массу, которая осталась у вас. А теперь представьте любой водоем, в который можно опустить эту вещь и отмыть. Опустив в водоем, вы видите цветные кадры. А эти кадры – разные неприятные события. Подумайте о собственном ощущении этих периодов жизни и поразмышляйте об отношении к ним. А теперь измените эти события
по своему собственному желанию. Таким методом мы открываем для себя возможность создания иной модели поведения, которая поможет нам в будущем. Изменяйте ощущения, мысли, желания, обиды, проблемы по своему собственному желанию. Изменяйте прошлое, изменяйте все. Теперь возьмите кинопленку и верните ее обратно в тело. Выражайте свою необыкновенную любовь к этому миру. Улыбайтесь, наполняйтесь счастьем. А теперь вам медленно нужно вернуться в свое тело. Вы должны ощущать абсолютный комфорт. Если вы его ощущаете, то практика прошла на славу. Важно, чтобы эффективно и без сбоев работала анахата-чакра. Сейчас вы чувствуете эйфорию. Вы наполнены любовью, радостью, удовольствием. Выйдите из состояния медитации и просто полюбуйтесь своим отражением в зеркале сейчас, которое выражает необыкновенную любовь. Пребывайте в этом состоянии всегда. А с вами была Юлия Жукова.